Ого, сколько много всего за одну покупку. Собираешь скрепышей? А хочешь собрать коллекцию быстрее? Тогда это видео до тебя. Подписывайся на канал, жми колокольчик. На нашем канале много конкурсов. Подсказки в конце этого ролика. Скрепыши быстро набирают популярность. Мы их тоже собираем. У нас их уже очень много. А сегодня всего лишь 5-й день акции. Такими темпами скоро вся коллекция будет у нас. И сегодня мы вам покажем, как, потратив минимум денег, получить как можно больше скрепышей. Первое, можно попросить о помощи своих родственников, ведь они наверняка тоже совершают покупки в Магнит. Мы совершаем покупки в разных магазинах Магнит. Нам сказали, что в каждый Магнит привозят определенное количество видов скрепышей. То есть не всю коллекцию сразу, а это значит, что одни и те же скрепыши будут попадаться очень часто. Поэтому, чтобы не получить много повторок, ходите в разные магазины. Покупайте товары-спонсоры, если, конечно, они вам нужны. Русланчик берет 4 коктейльчика, за которых получит одного скрепыша. А Ростик кушает пюрешки. Берем 3 пюрешки, и один скрепыш нам гарантирован. Берем с другим вкусом, и еще один скрепыш опускается в нашу копилочку. И денег потратили меньше, и скрепышей получили больше. Четвертое, это не для стеснительных. Многие покупатели не берут на кассе скрепышей, и мы часто просим у них разрешение взять их себе. Таким вариантом мы сегодня воспользовались. Это работает, ребята, смотрите сами. Спасибо огромное. 3, да? Брать 3? Огромное спасибо большое. Вообще, держи. Последнее. Следи за выпусками на нашем канале, потому что совсем скоро будет конкурс. Мы разыграем все-все повторки, а их у нас уже прилично. Ребята, я получу сразу 10 скрепышей. Нам кассирша подарила несколько, бабушка на кассе подарила, и несколько мы заработали, потратив намного меньше денег, чем бы они бы нам обошлись. Я мечтаю найти какао. А я хочу найти юбилейный. Кто там, Руслан? Представляете, ему с первого пакетика повезло найти какашича. Ладно, повторка. Это повторочка, нам попался веселый. А вот и первый сердидыш в нашей коллекции. Оторвыш или оторвыш. Дизлайкыш. Хахатыш, повторочка. Повторочка цветыш. И снова хахатыш. Итак, сегодня нам попался как кашич и сердидыш. Все остальные повторки. Это наш сегодняшний улов, вчерашний и позавчерашний. А это всего. Мне сегодня подвезло, я нашел своего любимого какашича. Кстати, у нас конкурс тут и тут. Начинай, смотри, участвуй. Понравилось видео, ставь лайк. И подписывайся на наш канал. Всем пока-пока. Итоги конкурса Кинетай сегодня в 16:00 на нашем канале.